Мини-степпер – новый вид тренажеров, который помогает улучшить фигуру при помощи простой ходьбы. Тренажер имеет две педали, становясь на которые происходит имитация ходьбы. Нажимая с усилием правой ноги на педаль, поднимаете левую. При этом происходит нагрузка на мышцы ног, задней поверхности бедра и ягодичные мышцы. Данный тренажер простой в использовании, не занимает много места. Мини-степпер механический и не требует электричества, а регулировка происходит с помощью гидравлических цилиндров. Это поворотный мини-степпер Sandis Fitness S032 со ступенчатой регулировкой нагрузки. Максимальный вес пользователя не должен превышать отметку в 100 кг. Для питания дисплея нужна одна батарейка типа 2А. Дисплей монохромный, показывает количество шагов, время, частоту шагания, расход калорий. Размеры и вес: ширина 22 см, длина 40 см, высота 44 см, вес 6,7 кг.